I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Ребят, всем привет! Приветствую на своем канале, посвященном спецтехнике и обзору телевидения. Хочу вам сегодня рассказать о работе на 9 мая Первого канала. Да, то есть это подготовка вообще к этому грандиозному событию, к этому грандиозному празднику. Она идет уже, начинается за месяц, то есть там за неделю мы уже на точках на всех и подготавливаемся, да. А сам эфир мы уже начинаем с 5 утра. Соответственно, в 3 утра мы уже начинается вот эта самая смена, 9 мая. Она, грубо говоря, очень длинная, то есть это 20-часовая смена рабочая. Эфир Первого канала начинается с программы «Доброе утро», да. И вот в 5 утра именно стартует «Доброе утро». Утро, и оно как бы разогревает эфир перед парадом, да, там куча ведущих с разных городов, они рассказывают, берут интервью у ветеранов, у всяких звезд, вот, поздравляют всех с праздником, потом идет новостной эфир с 9 до 10, а с 10 начинается сам парад. После парада там уже идет бессмертный полк, то есть это целый праздничный день, то есть это целый день Первого канала, который идет в прямом эфире, и практически в этот день задействовано столько техники и столько служб, что, наверное, я вот не успею обо всем рассказать, но постараюсь хотя бы хоть как-то вкратце, да. В 5 утра стартует «Доброе утро», да, прямой эфир, и он ведется из аж четырех городов, то есть, грубо говоря, в Москве несколько точек, это и студия в Останкино, это и отель «Риц», это, соответственно, и «Сосиска», это вот зеленая машина, синяя машина, да, про которую я как бы уже показывал. Потом это, соответственно, вот я был в Питере, у нас еще был Волгоград и еще был Севастополь. То есть это вот сколько, 5-6 точек, и на каждой точке ведущие, они берут интервью у всех. И, грубо говоря, это на каждой точке машина, ПТС, люди, соответственно, много-много камер, операторы и спецтехника. То есть практически вот наша маленькая фирма, ну, у нас фирма маленькая, у нас там всего сколько, 9 человек нас на фирме работает, но мы практически работали все, и еще даже мы звали на помощь ребят, потому что не хватало людей, потому что, скажем, во всех городах у нас работали стедикамы, вот, еще стедикамы, соответственно, тоже с помощниками и операторы стедикам, и в Москве у нас стояла уже, по традиции, стояла 12-метровая колонна. А в Питере я работал с 6-метровой колонной. Вот о колоннах хочу рассказать отдельно. Это такая штука, да, с колонна Skyline она называется, фирма Skyline. Я оставлю ссылку на сайт этой фирмы в описании, потому что так вы ее просто никогда не найдете. Skyline – это такая очень интересная немецкая фирма. Она выпускает море всякого оборудования телевизионного для спецтехники. Там у нее и всякие подвесные головы, гиростабилизированные головы, и вот эти колонны, и всякие подводные боксы. И, в общем, у них еще есть эти на тележках ездят очень быстро, которые такая камера. Я не знаю, как это вот даже называется, но...
В общем, у них очень много идей, много всего, но все-таки эта фирма, она как бы больше такая стартаповая, то есть в каком смысле, что вся ее техника, она, ну, как бы ненадежна. То есть вот в свое время мы купили, еще в 2013 году наша фирма закупила две колонны и вот три таких вот камеры, да, и вот до сегодняшнего дня дожила только одна камера, потому что, ну, получается так, что вот одна камера, она в Сочи сломалась, и колонна тоже сломалась, не выдержал влажности, да, в Сочи большая влажность была, потом зимой у нас тоже ломалась и колонна, и камера не выдерживали мороза, то есть, грубо говоря, ну, вот эта фирма сама Skyline, она делает, у нее очень хорошие идеи, но само исполнение, да, вот этих идей, оно, ну, скажем так, не на вещательном уровне, скажем так, то есть, как это сказать, то есть вот то у них там компоненты вылетают, то платы, но у нас просто, понимаете, у нас на нашей фирме работает замечательный такой человек, ремонтник Алексей Кондратьев, который просто вот, он уже эти колонны все перебрал, он уже их довел до ума, то есть там во все эти камеры уже заказаны новые платы, которые впаяны, новые микросхемы, которые впаяны в платы, то есть уже там все там пропаяно, проглюганино, так что уже не вылетает ничего, и все, в принципе, более-менее вот сейчас стало более-менее работать. Вот, поэтому, ребят, я как бы никому не могу рекомендовать вот эту фирму Skyline, именно вот если вот вы хотите что-то купить, какую-нибудь крутую там вещь, там какой-нибудь крутой кран, чтобы он вот летал, если у вас нет там в штате, да, такого вот на все руки мастера, ремонтника, который ее потом, да, ну это вообще относится не только к Skyline, а ко всем. В Америке и в Европе очень много фирм таких вот, которые молодых, которые появляются, они на всяких выставках там вот на 2018-17, я вот смотрел, очень много техники представлено, очень много техники, всякой новой, там всяких голов летающих, подвесных, там, которые там ползают, летают, но это все в стадии, то есть неизвестно, как это все будет работать, насколько это будет надежно работать, пока это не серийное, да, то есть это как бы опытные образцы такие, и вот в нашем случае эти колонны, они тоже опытные образцы, поэтому вот, ну, у нас вот есть такой человек, Алексей Гнадратьев, который может сделать вообще и починить, и довести до ума все, что угодно. Он, кстати, не только колонны и видеокамеры ремонтирует, он и телефоны, и фотоаппараты, он даже и кинокамеры ремонтирует, там, и Реды, и Ари, то есть он человек, который умеет делать все. Вот, Леха у нас молодец. Вообще, сама идея этой колонны, она очень клевая, потому что ее можно поставить, ну, вот две наши колонны, они стоят как раз, которые в Москве стоят на углу Тверской и Маховой, да, а наша вот прям в Питере, она стоит тоже на углу, там очень ограниченное пространство, и она очень мало места занимает, потому что если, скажем, на это место и на такую высоту поднять кран, да, то у крана у него вылет стрелы, соответственно, у крана есть задняя часть, которой тоже нужно вылет, да, а кран займет гораздо больше места, а второй вариант, это, скажем, Skylift, ну, вот про Skylift, это, в принципе, просто это обычная машина, ну, которые вот фонари меняют, да, и на нее садится оператор, его поднимают туда вместе с камерой. Но это, конечно, не знаю, мне кажется, это прошлый век, конечно. Вот, и потом, как этот бедный оператор, там, вот он там сидит там 5, 6, 7 часов, там, вот, ему не поесть ничего. Вот, мне кажется, это даже как-то вот, ну, это, конечно, здорово, да, но не знаю. Все-таки вот наша колонна, она в этом плане более продвинуто. Вернусь к эфиру Первого канала, да, то есть в 9 утра заканчивается «Доброе утро», но мы не свободны, да, потому что дальше там идет новости, а потом идет «Парад Победы». И «Парад Победы» там уже как бы это вещает другой, грубо говоря, другая студия работает, другая ПТС, даже много-много ПТС. Вот. И там тоже на «Параде Победы» очень много камер. После «Парада Победы» их тоже никто не отпускает, потому что потом в 2 часа начинается шествие «Бессмертного полка». Оно и в Москве, и, соответственно, и в Питере. Да, и вот и мы, наши камеры, которые были под «Доброе утро», и, соответственно, новостные камеры DIP, и, соответственно, те, которые были на «Параде Победы», все вот эти камеры, они все заводятся в аппаратную Останкино, да,
там, вот, скажем, в нашу семерку, а из семерки они идут уже в дип, и там и сидят, то есть это много-много режиссеров, то есть каждый режиссер в своей машине выбирает, соответственно, миксует самый лучший план, да, и этот план потом видит другой режиссер, уже как бы вышестоящий, да-да-да, и он уже формирует вот картинку, да, ну вот, скажем, к примеру, да, это идет, вот берется интервью, да, у ветеранов, а вот смотрите, там вот наверху, да, там Тверская, Москва, потом это, а вот, смотрите, Санкт-Петербург, да, и вот мы, грубо говоря, там, у нас вот в Питере была наша камера «Доброе утро», еще были отдельные, приехала ПТС из самого Санкт-Петербурга, да, которая встала вдоль Невского, проставили камеры на шествие вот этой колонны, и вот целых две, там, две, ну, может быть, даже несколько машин, и, соответственно, много-много-много камер, то есть наш режиссер отдавал им, они, и это все, вот это все для того, чтобы сделать вот эту маленькую плашечку, да, вот, вот, чтобы вы видели. Ну, грубо говоря, чтобы вы, для чего я все рассказываю, это рассказываю, чтобы вы осознали масштаб, да, то есть какой огромный масштаб, что вот даже вот ради вот этого маленького экранчика, да, проделывается, работает там много-много камер, несколько ПТС, несколько режиссеров в этих ПТС. Большой масштаб, да, но именно вот отношение самого этого праздника, да, вот Первого канала, оно просто вот эпохальное, да. И что самое хорошее, вот почему вот очень, я очень, все ребята любят командировки от Первого канала, да, нас снимают хорошие гостиницы. Вот, причем эти гостиницы, они рядом с работой, прямо вот в центре города, чтобы вот мы в Питере там вот бац за 3 минуты могли попасть на работу, да, или во время работы там сбегать в гостиницу и быстро сбегать поесть. То есть вот все продумано, да. И Первый канал не заботится не только о тех людях, которые в штате Первого канала, но и о подрядчиках, ну, скажем, наша фирма, и вот Век XXL, да, вот именно в Питере стояла машина 898 Век XXL, и вот наша спецтехника. Очень желаю, чтобы вот Первый канал развивался еще больше, заказывал камер, еще больше ставил спецтехники, хотя, казалось бы, куда уже больше, да, но все равно, может быть, есть куда. Потому что все это выглядит в итоге в эфире, все это очень красиво и глобально. Вот, надеюсь, мой такой рассказ был вам интересен и полезен. Ребят, если, ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, ребята, я вам желаю тоже такой же интересной работы, таких же интересных смен, позитива, добра. Парни, всем peace. Надеюсь, вам это было интересно.